Сургутской травматологической больнице спасают жизнь маленькой пациентки из Советского. 4-летняя девочка упала с 4-го этажа и получила серьезные повреждения. Известно, что на окне была установлена москитная сетка. Врачи Советском провели обследование, противошоковые мероприятия, стабилизировали состояние, и в этот же день санавиация отправили малышку в Сургут. По факту падения ребенка из открытого окна межрайонный следственный отдел провел процессуальную проверку. ЧП квалифицировано как несчастный случай. Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ. Быстрое взаимодействие в интересах нашего пациента, оно стало возможно не только благодаря медицинским работникам здесь на месте, потому что все диагностические лечебные службы сработали очень четко в соответствии с порядком. Благодаря нашим коллегам в Сургуте, то есть не было никаких непредвиденных задержек. Ну и, хотел бы сказать, и службе Центра медицины катастроф за оперативное взаимодействие, и коллегам «Газпром Трансгаз Югорск» и Советскому аэропорту за организацию встречи санитарного борта и все, что связано с техническим сопровождением этой процедуры.